Хей, угайся, мишмики, мы продолжаем проходить игру под названием Иконоборцы. Короче, давайте что мы с вами сделаем. Мы с вами сходим в левую часть. В башню. Я хочу посмотреть, что изменилось в башне. Так, главное идти правильно. Через верх, да, только? Так, разве эти ребятки не поразбегались по всей территории? Я что-то не понимаю. Мне нужно открыть. Подожди, наверху еще два сундука. Ну, как-то хотя бы поменялась башня. Или она как была, так и осталась. Ну вот, если верить, здесь, во-первых, где-то сундук. Ну, да где ты здесь? Вот где стою? Здесь должен быть сундук, чёрт. Тут ничего нету. Может, все-таки не стоит сюда идти пока что? Где тут может быть сундук? Чёрт, тебя побери. Здесь нигде нету ничего. Ладно, погнали, короче. Дальше нам нужно в зимнюю локацию. Потом лучше, когда все точно сделаем до конца. Тогда будем все искать, разыскивать, делать, все переделывать. Кстати, для себя, так сказать, заметочку глянул. В игре есть довольно достаточное количество секретных боссов. Если быть точнее, максимум я видел 3, кажется. Ну, минимум. Но это среднее, которое я запомнил. Видимо. Ладно. Так, мне нужно в зимнюю локацию. Не туда. Да.
Так, нам нужно, по сути, в зимнюю локацию. Это она? Вообще, был портал в зимнюю локацию? Да. Это оно. Я смотрю просто минимально кратчайший путь. Хотя бы здесь больше этой залупы нету стреляющей. И то радует. О, намек на босса, да? Какое отвратное местечко. Вижу эту камеру. Ты серьезно? Неужели моя куртка такая страшная? Ну ты глупышка. В любом случае, наш единственный способ собраться это если ты прижмешь их ко мне сзади, и мы будем медленно проходить к двери. Думаешь, сработает? Робин, скрытность и маскировка — это не мое. Ну, Эш намекнул, что нам стоит над этим поработать. По-моему, у нас до этого и так хорошо получается пробиваться на пролом, да? Ну да ладно, пойдем. Это так глупо. Я очень надеюсь, то, что я не в тупик залез, и я смогу куда-то телепортнуться потом. Ну, будет, короче, вариант. Так, тут даже никого нет. Одни лишь машины. Честно, я надеялась, что нам тут окажут горячий прием. Не знаю почему, но обратно дверь теперь не откроется. Ну какая разница? Мы же пришли ради твоего брата, так ведь? По крайней мере, проникнув сюда, было не так уж и невыполнимо. Что такое, Робин? Тут так загадочно. Ой, ну и ладно. Нас ждут дела. Так, первый концерт, запад. Я очень надеюсь, что здесь будет телепорт, и я смогу вернуться обратно и собрать все, что мы не собрали. Чтобы я потом заново не перепроходил это все дело. О, нет, только не снова лифты. Начнем с нижних этажей. Так, смог бы. Ага. Заданная лаборатория. Thank you.
Кстати, да, я еще думаю, что мне делать с этим сундуком сраным. Ну, вы помните, с которым мы, кстати, не могли ничего сделать. А, стол. Охлаждение 1, охлаждение 2. Шакара и стрел быстрее восстанавливаются после нагревания. Неплохо. Бомбомет быстрее восстанавливается после нагревания. Но это намного чаще можно будет стрелять. Ну блин, я хочу этот взять. Хотя я вообще не знаю, что я хочу из этого взять. В смысле, я его создал? Я хотел все-таки бомбы создать. Бля, ладно. Бог с ним. Так, заданный производственный этаж. Тут. Ты кто такой? Какой-то таинственный пацанчик. Ладно. Как-то криво так бомбы сделаны. Ой, подожди, а как я должен... Вот именно, и как бы я и прошел там через шипы. What? Нет, я, конечно, все понимаю. Но я ж не смогу никак пройти туда. Так я там пройти никак не смогу, алло. Ай, я глупышка. Какая у тебя классная стрижка. Вот и все. Что за чертов Тетрис? Ва.
То есть, подожди, здесь лифт нормально работает. Подходишь к кнопке, он нормально работает. А вот там ненормально работает. Странно. Вот, подходишь, все, лифт сразу спускается. А там он какой-то багнутый. В том здании был. Может, я должен просто опустить до конца? Нет. Походу, я должен решить головоломку. Сперва. Ай, не успею, ладно. Так, теперь главный вопрос. А для нахера это я сделал? А, для того, чтобы дальше поехать. Батюшки, что же ты же тут делаешь? Я тебя знаю. Кто бы мог подумать, что ты окажешься здесь в этот момент. Элрон тоже здесь. Его собираются казнить. Наверняка ты здесь ради него. Все ушли в главный зал. Не знаю, зачем, видимо, случилось что-то серьезное. Там собирается выступить один из сотрудников Бастиона. И, кажись, генерал Хром тоже. Элра, мой друг. Лучшего момента не сыскать, чтобы его найти. Он тебе говорил, почему он в розыске? Он рассказывал о том, какая ты хрупкая. Однако я слыхал совсем другую историю о твоих коллег, которые ты встречала. Среди всего прочего, Элра был огорчен по поводу твоего отца Полора. Я думаю, он нуждается в поддержке больше всего. Нам, химика Контра, пришлось боем пробираться, чтобы вытащить его после того, что произошло. Мы чуть не выдали наш секрет, но мы всегда помогаем членам нашего союза. Меня зовут Тиган. Я работаю с твоим братом над несколькими проектами. Тебе понадобится узурпатор, чтобы добраться до Элра. Он где-то за этой дверью, просто как туда не пройти, но я думаю, ты обязательно найдешь способ открыть дверь. Удачи, Робин. Мне нужно возвращаться в главный зал. Мы, химика Контра, не должны быть раскрыты. Это очень важно. Элром, у меня идея. Шоковый лес таким
каким-то образом генерирует электричество, но оно слабее, чем если бы использовали капли Айвори. Может, мы сможем создать гибрационный источник питания? Айвори мог бы заряжать материю попроще, а она бы дальше производила энергию. Если у людей внезапно появится свой источник энергии, концерн заметит, что спрос на Айвори слегка упадет. Это бесполезно. Ну, какая-никакая, но идея. Что делаешь? Одну полезную штуку. Выкладывай, умник. Что именно? Ты же слышала про эксперимент с ракетным двигателем? То, что канцер пытается создать более эффективное топливо, но у них не произошел взрыв? Да, я об этом. Мне удалось достать несколько записей об экспериментах. У них получилось реагент, мгновенно вспыхивающий весь Айвори из материи. Мгновенно превращает в детрит. Но результат не всегда однозначен. Это весьма ужасно. Особенно в ужасе будет те, у кого в жилах течет кровь Айвори. Что ты имеешь в виду? Мне удалось воспроизвести немного этого вещества. Что? Зачем ты это сделал? Прячь его! Не волнуйся, даже если они найдут эти пузырьки, ничего не случится. Я не оставил на них никаких пометок. И для реакции необходимо использовать две реактива. Я сделал готовый препарат лишь в двух экземплярах. Так, для проверки. Ты что? Зачем? Уничтожь их! Послушай, мы не можем так продолжать. Пытаться придумать новые способы получения энергии и предотвращать, что концерн не признает об этом. Мы должны избавиться от концерна изнутри. Элора, химика Контра вовсе не группа террористов. Послушай, что ты сам говоришь? Ты же это делаешь не по этой причине. Наша цель делиться открытиями с теми, кто будет ими втайне пользоваться, например, с народом Изи. Ты хочешь все разрушить? Я должен что-то предпринять. Нет, не должен. Дело не только в тебе. Ты не задумывался о том, что отдохнуть и помянуть отца? Твой рассудок все еще потом ранен из-за этого и смерти. Ой, да заткнись ты. Мой отец был трусом. Вот кто он такой. Ты сам не веришь своим словам. Если я еще раз увижу, что ты пытаешься создать эту дрянь, я сообщу об этом остальным. Что у вас там происходит, друзья? А это еще кто? Что-то случилось? Добрый вечер, агент Грей. Мы просто спорим о том, кому первым достанется новая рабочая станция. Я рада, что вы полны энтузиазма, но не стоит драться из-за их. И хватит на всех. Я даже не представляю, какие классные штуки вы придумаете, когда начнется за ними работать. Химия словно магия, но не все могут с ней играть. Дайте знать, когда изготовите любовное зелье, а то здесь водятся некоторые немыслимые люди. Хе-хе, хорошо. Ты самый немыслимый 12-летний подросток на этой планете. Если это так, то я прошу прощения за свое ребячество. Того юношу за моей спиной зовут Эдлером. Какое мне до этого дело, Грей? О, химигений, которую я одолжил, однажды сможет создать такую микстуру, а действия которых даже вы расплыветесь в клыкастые улыбки. Разве боль может сделать человека счастливым? Агенты, вот вы где. Так, я уже готова показать свои клыки. Подождите, а что я сделал-то? Да ладно тебе, кудряшка. Только лишь выполняем приказы генерала. Разве мы не обсуждали сочувствие? Да, кажется, ты рассказывал о том, что я бы могла писать картины на недорогом холсте и продавать их по дешевке. Я бы хотел, хоть весь день слушал твои саркастические насмешки. Генерал Хром, готов выдвигаться в пустыню на новую точку. Нам лишь нужны запасные Айвори. Ага, ребята, поручаю вам разобраться с этим. Эй, ты! Пометишь в журнале выдачу Айвори, окей? Хорошо. Спасибо, агент Грей. Эй, Элора. Грей, у нас у всех есть немного свободного времени. Пожалуйста, пошли уже. Ой, да ладно тебе, я просто хотел выразить другу свои соболезнования. Послушай, мне рассказали о том, что случилось с твоим отцом. Никогда не знаешь, когда такие вещи могут произойти в семье. Мои мысли и молитвы обращены к тебе и твоей семье. Надеюсь, ты и твоя сестра сможете отправиться. Но ты же меня все-таки научишь разбираться в химии, правда?
Надо будет как-нибудь это организовать. Тебе это пойдет на пользу. Оправиться. Мысли и молитвы. Да? Что такое? Брехня. Это брехня. Прости, что? Не притворяйся, что тебе есть какое-то дело. Ты знаешь, как людям тяжело живется, а ты лишь используешь силу, чтобы возвышиться перед остальными. Почему именно ты получила такую силу? Окей, Элра, я постараюсь убедить кое-кого, чтобы тебе дали парочку выходных, хорошо? Не нужно со мной снисходительность обращаться. Это не Элра, которую я знаю, поэтому я просто... Элра, что это было? Что ты в мне вколол? Говори. Сейчас же. Что ты сделал? Безобразие. Да что с тобой, черт побери, происходит? Прости, прости меня. Ты сам напросился. Ты заставляешь меня бросить тебя в камеру. Прости, я ничего не сделал. Все это спокойнее. Немного позднее. Что? Грей, что с тобой? Элора. Я горю. Что? Грей. Что с тобой происходит? Вот оно что. Ох. Ну и воспоминаница. Так, ладно, погнали тогда дальше. Я еще выше могу. Еще выше могу. Так, так, до этого свет тоже был включен, нет? А, да ладно. Металлиум. Всего лишь какой-то металлиум получен. Блин, почему здесь лифты в натуре нормально работали? Почему там лифты так убого работали? Так, ну я догадываюсь, что мне нужно сделать. Получен технику. Готово. И что я с этого получил? А ничего. А, я ключ получил. Стоять. Я получил ключ. Я подумал, будет опасней. О, подожди, мы же уже тут были, да? Хм. А куда делся чувак этот? Что получил мне проход? Хм.
Майк, ну куда? Где мое? Опа, успел. Секретки. Да иди ж ты. Я понял, когда она открывается. Когда кидает. Ну откуда я могу знать, что когда он кидает, нужно... О. Мне нужно больше дыхалки. Да ладно тебе. Не знаю, стоит оно вообще того. Да, что кислород очень быстро заканчивается. О, там девулька какая-то. С фиолетовым. Плевать. Получен УЗИ ПРО. Чё? Что-то новое получено. Так. Узурпатором. Выстреливает мощными снарядами, проникающие сквозь противников. Заряженный выстрел позволяет меняться местами с некоторыми противниками. О-о-о! Круто! И удобно ли это? О, старый добрый канцерий. Сражаюсь всем своим кулинарными нейрончиками.
Эй, я слышал, наши ученые из первого концерна создали новые изобретения по борьбе с плохими привычками. Ха, возможно, если я придумаю съедобную электросхему, то я смогу приготовить мощную... Удобу-удобу. Нам только теперь вниз и налево. Чувствую, мне потом придется абьюзить эту скорость атаки. Ну уж, сменку эту. Почему здесь теперь коробки не сохранились? Как же все это странно работает? Так, а что мне это дало, алло? Спуск вниз куда-то. Битва с боссом все-таки. Что? Это еще одно древнее судно? Как в моем городе? Что они с ним сделали? Еще один корабль прямо здесь, в их руках. Разобран на части. Исписанный какой-то записью. Никакого уважения. Я должна остановить этих людей любой ценой, прежде чем они все осквернят и разрушат. А это судно мы должны как-то вытащить отсюда. Должно быть этот способ. Не знаю. Мы считаем, что человечество появляется из подобного корабля, разбитого его на куски. Они показывают, что им... на всю наплевать. Наши люди обращаются с вещами так, как будто они созданы специально для вас. Добывайте айвори из всего, чего только возможно, превращая их в пыль. Этот мир, обращенный в пыль, задолго до того, как эти люди испытывают счастье. В них нет никакой чертовой веры. Мы забьем их до смерти. Ничто не сможет нас помешать. Что? Извини, я просто... сильно разозлилась. Я не говорю, что мы устроим кровавую баню. Но пока нет. Я должна рассказать своему народу об этом месте. Так, так и подожди. Я босса буду видеть? Я босса не буду... О, вчера. Это было легко. Ладно, плевать. Mm-hmm.
Ля. И что я должен с этой херней сделать? Понял. Так, мы восстановили частичку информации, полученную с ковчегом. Обработка информации, работа над следующим фрагментом в процессе. Но, честно говоря, сложно сконцентрироваться на работе, когда из вентиляционной постепенно тянется сигаретный дым. Я стучал по стенам, но все было безрезультатно. Ой, не то. Так. Еще раз, когда там железный или каменный? Серьезно? И как я... да ладно, я могу сюда залазить. Да какого черта стреляешь так херово? Типа не достало? Так, не прекращайся добыча айвори народом Изи является вероятной причиной появления частных землетрясений. Если мы можем отложить работу над нашими текущими проектами, то мы должны остановить Изи и предотвратить уничтожение мантии планеты. Нужно действовать немедленно. И еще, не могу нормально сконцентрироваться на работе, когда в вентиляции постоянно кто-то стучит. Может, кто-то из инженеров придется проверить. Да, ну вот, недопонимание. Так, объединить руководителей исследований. Мне сообщили, что группа ученых из химик обнаружили новый способ получения энергии без использования айвори. Проведенные расследования указали на то, что использование таких методов подразумевает применение примитивных технологий. И к тому же для генераторов мы... генераторов бы потребовался отдельное здание. Вполне возможно, что нам не придется преследовать Изи, если мы получим положительные результаты в данном деле. Мы до сих пор не располагаем никакой данной по поводу наличия планетных дисков у нашей планеты. Однако мы знаем, что процесс разлома планеты единичный процесс, случившийся с Луной. Айвори — вещество, которое явно дает матери на субсероскопические уровни распастью. Это поистине священное творческое самого бога, шелковая прядь звездного червя.
Блин, а я не понимаю, куда мне лучше ехать? Блин, наверное, нужно было сначала открыть. Блин, я хочу это теперь оружие охладить. А, закрыто. А, да ладно. Я помню, тут текстуры нету. Так, матери знает заранее, кто достоин продолжения жизни, но на новой планете. Категорически запрещено рассказывать об этом, кто не был выбран. Их разум может помутиться, они могут уничтожить любую надежду человечества на спасение. Бог любит нас, но даже его любовь не безгранична. Так, главное отдел исследования до сих пор в шоке от гибели наших священных агентов. Как это могло случиться? Агент Блэк заявил, что из агента Уайта выросло дерево. Каким демонам эти Изи пробудили? Неужели они нашли что-то внутри ковчега? Мы должны тщательно изучить этот ковчег, мы не можем простить их за то, что они убили наших священных рыцарей. По крайней мере, мы поймали грешника Элрон. Так, у меня плохое предчувствие насчет того места, поэтому давайте я пока что пойду налево. Блин, уже время, конечно. Желательно бы закончить. Но босса не было. Будет босс, тогда закончим. Так, пожарные выходы для работников исследовательского отдела закрыты. В каждом отделе на полу находится дополнительный запасной выход. Сотрите это сообщение после прочтения. Ну, я уже, к сожалению, нашел этот проход и без вашей помощи. Да, блядь. Да, блядь, вдвойне. Серьезно? Ну, буду знать. Не, на самом деле это легко сделать. Главное теперь попасть. Радиус не позволил. Что за дерьмо? Бля. Ладно, сделаем иначе. Я мог бы просто бомбу использовать. Не бать себе мозг. Так, когда конец света будет близок, приблизится здесь его белый билет.
купил билет. GG, блядь. Выбираемся отсюда тогда. Так, я заметил, что у нас оказывается ключ есть. Ну, погнали. Все еще не босс. Что за туманчик такой? Хотя я мог и там поменяться бы местами. Ну ладно, поменяемся здесь местами. Да какого черта, я не могу с ним поменяться местами. Нужен ключ. Добро. Ключ должен быть в этой комнате, правда? Вон, я вижу, что мигает там. Я внимательный. Что мне мешало просто бы пролезть? А, я не смог бы зацепиться. Вот что бы мне помешало. Ой, бля, Серёжа. Почему? Разве я не могу с любым объектом поменять местами? Почему? Ну ладно, боксом. Видео уже на час вышло. У меня хотя бы там место есть, блядь, интересно. И это сюда я ехал ради этого. Шик. Ладно, давайте сделаю так. Сейчас, мне нужно посмотреть, сколько, блядь, места, потому что я в натуре волнуюсь, то, что у меня места не хватит. А, это хера еще. Еще 120 гигов хватит. Ну, ладно, сохранюсь на всякий случай. Сейчас бы в лаве покупаться. Почему я в натуре не могу ни с кем здесь? А, нет. Или да?
А почему нет, если да? Кажется, обосрался, да? Да. Да ладно, я и так мог пройти. Нахер нет электричества, ёп. Ёп макарёк. Так, проход без сопровождения... Прогинария запрещен. Вы можете зайти в родильное помещение святым и избранных. Только лишь заранее получают позволение у самого... Не понял. О, наконец-то битва с боссом. Эй, стоп! Опять? Мне бесит эти двери. Ой, блядь! Алло, я ж нажал! Я ебу, а я ебу. Гибель. Я понял, что мне нужно... Бля, ну... Все знают. А, неужели он только застреливает именно в таких местах? Воу, вот что я должен был делать? А, все, я понял, я могу блокировать такие от дробовика. Все, изи тогда. Почему? Почему он не блочится? What the fuck? Вообще не понимаю, что происходит. Ну, в принципе, ладно, я понял, что с ним надо делать.
Либо не понял. Ладно, это было легко. Дробовик, оказывается, можно отражать. Отпад! Ну все, минус босс. Ух, что за писанинка? Все субъекты, недавно прошедшие процедуру в Трансандере, либо погибли, либо находятся в тяжелом состоянии. Бог не даровал никому своего благословения. Похоже, и вправду грядет конец света. Фух, ладненько, сохраняемся, и я думаю, на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.